Прежде чем продолжать дальнейшую работу над сайтом, я бы рекомендовал произвести настройку ядра параметров системы. Открываем настройки главного модуля. Здесь мы должны указать название сайта, проверяем URL сайта, проверяем, что в разделе «Оптимизация CSS» у нас сняты все галочки. Это нам нужно для того, чтобы во время разработки сайта все вносимые изменения в стиле, в JavaScript тут же у нас выводились. Также очень полезным будет получить ключ сервиса Яндекс.Перевод. Это нам пригодится дальше, когда при создании папки ее имя будет автоматически переводиться. И для других случаев эта возможность используется также. А также для удобства сделаем две настройки в модуле информационных блоков. Это включим визуальный редактор для редактирования данных в информационных блоках и установим совместный просмотр разделов и элементов инфоблока.